Дорогие друзья, добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Guitar Лавка. И сегодня мы бы хотели вас познакомить с одной из замечательной компаний, дистрибьюторами которой в России нам удалось стать. Буквально в последнее время мы стали официальным дистрибьютором компании Кепма. Еще год назад ни мы, ни вы ничего не знали об этой компании, об этих гитарах. И что нас сподвигло на то, чтобы поближе с ним познакомиться? Наши китайские партнеры очень удивились, когда спросили они нас о том, торгуем ли мы их гитарами, и мы сказали, что мы даже не знаем ничего про них. Они очень удивились, потому что они сказали, как это так, это же вообще-то лидеры нашего китайского гитаростроения. Итак, жили-были в Китае два парня с истинно китайскими именами, Джек и Кевин, которые очень были влюблены в гитары, в гитарную музыку. И в какой-то момент им очень захотелось строить свои собственные идеальные гитары. Ну и что делают правильные китайцы, когда хотят что-то сделать замечательное? Конечно же, они пытаются у кого-то этому научиться. И вот эти ребята, они поехали в Америку. И для того, чтобы понять, как на самом деле устроен сейчас гитарный рынок и как они производятся. Они проехали какие-то заводы, какие-то очень незнаемые. Но все, что они там увидели, их не порадовало, потому что им все это показалось очень похожим на заводы по производству мебели, а не музыкальных инструментов. Им показалось, что очень многие процессы упущены, недоработаны и не являются идеальными. Итак, вернувшись к себе на родину, найдя каких-то очень богатых и замечательных инвесторов, которые поверили в их идею, вот, закупив классное оборудование, пригласив квалифицированных специалистов со всего мира, они открыли свое производство в 2009 году. Это вот буквально, ну, по мне, так это вот буквально позавчера. И уже к 2015 году компании Кепма удалось стать лидерами по производству гитар в Китае. 25 тысяч инструментов выходят с конвейера ежемесячно. Но цифры не значат, в принципе, ничего, если бы эти гитары не представляли из себя что-то уникальное реально. Про технологии процессов изготовления мы расскажем позже в других видео. А сейчас хотел бы сказать, что ребятам действительно удалось создать, ну, практически идеальный инструмент акустический, который может все. И самое, что интересно, что эти инструменты, они независимо от ценовой категории, от самого дешевого инструмента, который у нас есть в магазине, да, до самых дорогих, которые тоже у нас есть в магазине, все они говорят об одном, о том, что эти инструменты сделаны профессионально, все эти инструменты качественные, и все они звучат так, как они должны звучать, а иногда даже лучше, чем от них ожидаем. И коротко эту историческую... Исторический этот отрывок, чтобы завершить, хочу сказать, что помимо того, что ему удалось завоевать китайский рынок, сейчас они практически полностью завоевали свою нишу, ну, пока в процентах не могу точно сказать, но свою нишу на американском рынке, и причем не просто какую-то там ниже среднюю или там какой-то там очень дешевых инструментов, они умудряются продавать их, вот дистрибьютор американский, классные инструменты за очень большие цены. Вы можете тоже прогуляться, например, на сайт американского дистрибьютора компании Кепма и посмотреть, сколько стоят гитары у них, вот какие-то модели, ну, хотя бы премиальные, да, для того, чтобы было понятно. И у нас посмотреть, вы будете приятно удивлены, что наши цены в России на порядок ниже, и это благодаря производителю, он понимает, что рынок новый, люди должны познакомиться с этим качеством, чтобы действительно выйти на нормальный, на хороший уровень премиальный. И вот, пожалуйста, используйте вы тоже сейчас эту возможность, у вас тоже есть эта возможность купить те же самые классные, крутые, люксовые инструменты, но по цене очень ниже, чем в Америке. Также они завоевали огромнейший, оказывается, огромнейший, мы не знали, индийский рынок. Ну и вот сейчас очередь за нами, и компания Guitar Лавка очень рада вам представить эти гитары. Смотрите, слушайте, покупайте, играйте. Законный вопрос. Что за гитара находится в кадре и занимает большую часть его? Кепма A1GA. GA, аббревиатура, означает Grand Auditorium. Что это за чудо такое? Эта гитара выполнена полностью из массива. Верхняя дека — ситхинская ель, которая растет на Аляске. Задняя дека и обечайка — это махагон, скорее всего, африканский. Гриф
тоже махагоновый, и накладка на гриф эбони, черное дерево. Итак, что же вот это такая смесь, дуровая смесь, которая там со всего мира, что же она на самом деле делает с этим инструментом? Она делает премиальный инструмент, который пока в нашей стране мы можем продавать по достаточно низкой для этой категории цене. Это замечательный инструмент, сбалансированным классным звуком, красивым. Ну, еще вот что касается отделки, вы можете заметить, я не знаю, увидите вы это или нет, наверное, увидите, проходочку вам сделаем такую крупную. Здесь есть отделка перламутром, так вот этот перламутр из Новой Зеландии. Представляете, товарищ китайцы, умудрились собрать вообще все лучшее со всего мира, утащили и внедрили в этом инструменте. Что касается звука этого инструмента, господа фингерстайльщики, вставайте в очередь, это идеальный инструмент для фингерстайла, он идеален. По каким параметрам? Во-первых, у него замечательный форум прекрасный, он очень удобен. Когда он лежит у вас на коленях там, или он у вас на ремне лежит, у вас открывается прекрасный обзор ко всем ладам. То есть, если вы еще не достигли уровня там, слепой игры, то это прекрасный вариант. Вы можете видеть гриф, вы можете положение пальцев своей левой руки видеть прекрасно. Следующее. Чем отличается фингерстайл там, от всех остальных стилей? Это такой стиль, в котором необходим баланс. Баланс низких частот, замечательный баланс, и высоких частот. То есть должно быть все, потому что фингерстайл вы ведете и басовую партию, и аккомпанемент, и соло одновременно. Вот, этот инструмент может все. А подробнее познакомиться со звуковыми возможностями инструмента вам поможет Семен. Еще что, вот это я вам про инструмент весь рассказал, да, а если посмотреть на голову с задней стороны, то можно увидеть вот такую замечательную наклеечку, которая будет говорить о том, что этот инструмент, как и все остальные, независимо от цены, прошли руки заботливые, теплые, мягкие, крепкие наших гитарных мастеров, которые сделали для него все, что могли. То есть струны лежат максимально низко, порожки идеально отстроены, звук идеальный. И это является знаком качества. Вот это наша наклеечка. Итак, что хотел сказать на прощание. Ребят, заходите к нам в канал, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ходите к нам в Instagram, ходите к нам в ВКонтакте. У нас контент немного различается по всем этим соцсетям. Мы реально очень много делаем для того, чтобы и информационную вам поддержку оказать по инструментам, которых мы продаем. Мы снимаем обзоры на все гитары, которые мы продаем, или которые просто оказались у нас в магазине, и мы быстро продаем. Пока мы видеообзоры на него не снимем, мы его в руки клиенту не отдаем. То есть, соответственно, мы делаем по информационную поддержку, также мы пытаемся немножко делать развлекательный контент. Вы увидите у нас замечательные видео от нашего гитарного мастера Андрюши, который делает инструменты из говна и веток. Это его любимое занятие. Потом у нас есть прекрасные живые концерты у нас в гитарной лавке по разным стилям всех ребят, которые мы считаем достойны вашего уважения. Короче, приходите, подписывайтесь. Ну, естественно, покупайте самые замечательные гитары в мире.